14 ноября в Москве состоялся 7-й мусульманский форум «Россия и исламский мир. Векторы модернизации на пространстве СНГ», на котором собрались религиозные и общественные деятели и ученые, чтобы обсудить общие проблемы для всего мусульманского населения постсоветского пространства. Форум приурочен к 20-летию образования Содружества независимых государств и 15-летию создания Совета муфтиев России, одного из крупнейших религиозных центров на пространстве СНГ. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Традиция проведения мусульманских форумов сложилась одновременно с появлением в Российской Федерации нового праздника – Дня народного единства, который призван объединить всех граждан страны вне зависимости от их национальной, религиозной, расовой принадлежности. С другой стороны, наши форумы продолжают историческую традицию всероссийских мусульманских съездов начала XX века. Сегодня, как и 100 лет назад, они призваны выработать новую повестку дня для всей мусульманской уммы стран Содружества независимых государств, создать модель взаимоотношений уммы и государства, которая была бы приемлема для всех заинтересованных сторон и которая привела бы в итоге к существенному прогрессу в межрелигиозной и межнациональной сферах. Нет ни одного исламского государства, власти, которые были бы заинтересованы в поддержке радикализма, экстремизма, терроризма, выступающего под флагом ислама. Есть отдельные организации, есть конкретные лица, которые помогают экстремистам во власти, режимы не помогают. Слишком большую угрозу представляют эти силы, воплощающие нетерпимость, жесткость, неприятие всего нового, непривычного. Такие силы действуют и в России, прежде всего в республиках Северного Кавказа. Принято считать, что под влияние экстремистов, боевиков в этих республиках связано с тем, что властям не удается решить проблему безработицы и бедности. Соответственно, основные усилия российского государства здесь направлены на экономическое, социальное развитие Северно-Кавказских республик. Средства на это, вы все знаете, выделяются огромные. Однако не все так просто. Приведенные данные и опросы говорят, что 50% молодежи, которая уходит в лес к боевикам, спасаясь от произвола силовых структур, не желая мириться с засилием кланов и коррупцией, не веря, что федеральные власти в состоянии с этим покончить. Лишь 21% опрошенных считает, что основная причина ухода молодых в лес – это отсутствие работы. В одном из своих интервью руководитель Республики Ингушетии Юнусбек Евкуров отметил, что 80% тот, кто уничтожен, арестован или находится в рядах боевиков – это люди, которые имеют или имели высшее образование или среднепрофессиональное, имели хорошую зарплату от 20-25 тысяч рублей в месяц и более. А также он подтвердил, что среди боевиков были кандидаты наук, милиционеры и чиновники. Иными словами, современные российские исламские экстремисты, террористы, люди идейные, а не просто наемники, спасающиеся от бедности. Нам, я имею в виду себя и себя, как представителя государственного федерального власти федерального уровня, надо срочно усилить идеологическую составляющую борьбу с экстремизмом, выступающим под религиозными и националистическими флагами. За последние 120 лет религии западных стран сильно изменились и, ну, в кавычках, модернизировались. А у нас в России этим влиянием подвержены не были, а если и были, то в значительно меньшей степени. Это не хорошо и не плохо. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Для нас важно сохранить и приумножить братские отношения, сочувствовать друг другу, сопереживать.
Мы с вами как близнецы в утробе матери. И когда плохо летчикам нашим и таджикам нашим, а не все наши, то нам всем плохо. И не летчики, не рабочие трудяги, таджики не могут быть заложниками чиновников. Сегодня на мусульманские праздники, мы знаем, не хватает мечетей. Но не только в Москве, но и в Европе, и Израиле. Что там говорить? Мечети Соединенных Штатов Америки не способны обслужить быстро растущее мусульманское население. В связи с чем, например, мусульмане штата Вирджиния проводят праздничные богослужения в синагогах. Как это? Да, это так. Библейский пророк Исаия учил: наш дом может быть домом для всех народов. Но у нас, россиян, есть своя поговорка: в гостях хорошо, а дома лучше. Поэтому мы поддерживаем строительство новых мечетей в Москве и в других городах, в том числе и в американской Вирджинии. В российском обществе на равных правах проживают и православные люди разных национальностей и вер, мусульмане, иудеи, буддисты, представители других верований. Те, кто пытаются посеять вражду между ними, опираясь на локальные конфликты, являются недругами нашей Родины, потому что их усилия сознательно или несознательно направлены на дестабилизацию страны, на ее разрушение. Роль традиционных религий в противодействии этим злоумышленникам нельзя переоценить. Важным вкладом в нормализацию отношений между людьми может стать и уже является конструктивная общественная дискуссия по многим вопросам, в том числе по вопросам строительства культовых зданий традиционных религий России.